Победа деда – наша победа. Праздник, посвященный 9 мая, прошел и в Новоюжном районе столицы. Этот день отмечают все поколения. На площадке перед 36-й Чебоксарской школой состоялся настоящий парад кадетских классов. Учащиеся, чеканя шаг, пронесли копию Знамени Победы. Участвовали жители микрорайона, ветераны, депутаты. На всю округу звучали песни военных лет. Такие встречи, воспоминания роднят незнакомых людей. Мы проводим наш праздник микрорайона традиционно. Это очень значимое мероприятие для всего нашего школьного сообщества. Оно значимо для патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы наши дети, внуки, правнуки никогда не забывали уроки истории и выросли достойной сменой наших дедов и прадедов. Галина Титарчук, Алена Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.